Катастрофическое наводнение произошло в курортном городе Форт Лодердейл, штат Флорида, 12 апреля 2023 года. Здесь всего за 12 часов выпало экстремальное количество осадков – 508 мм. Это более чем в 5 раз больше месячной нормы осадков в апреле. Многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях, домах и гаражах. Множество брошенных машин буквально плавали по затопленным улицам. Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайную ситуацию в связи с внезапными наводнениями в нескольких городах. Стоит также отметить, что данное событие произошло во время засушливого сезона во Флориде.